28 сентября в рамках 5-й международной книжной выставки и ярмарки была проведена международная конференция на тему «Исламская солидарность. Призыв Азербайджана», организованная совместно Управлением мусульман Кавказа и Государственным комитетом по работе с религиозными организациями. Выступивший на мероприятии заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджанской республики Гюндюз Исмаилов, отметив, что Азербайджан на протяжении веков игравший важную роль в мусульманском ренессансе как неотъемлемая часть исламской цивилизации и сегодня является одним из государств, идущим в авангарде исламского мира. Гюндюз Исмаилов сказал, что наша страна сохраняет статус традиционного пространства по доведению до мировой общественности идеи общечеловеческого значения. В Азербайджане исторически являющимся многонациональной, многоконфессиональной страной, краем исламских ценностей, мультикультуральных традиций, к счастью, существует стабильность. Разумеется, большое значение в этом имеет политическая воля главы государства. Руководитель отдела в управлении мусульман Кавказа профессор Анар Искендеров отметил, что Азербайджан – одна из самых толерантных стран в мире. Здесь люди, принадлежащие к различным религиям, проживают в атмосфере дружбы. В Азербайджане шииты и сунниты молятся в одной мечети. Существует общий календарь для азана и религиозных праздников. Приверженцы обоих течений собираются вместе во время месяца Мухаррам. Это образ жизни Азербайджана, результат условий, созданных главой государства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, придавая особое значение исламской религии, объявил 2017 год в стране годом исламской солидарности. В рамках этого года в Баку были проведены игры исламской солидарности. На конференции присутствовали не только граждане Азербайджана, но и представители зарубежных стран. Мы старались рассказать подробно об исламской солидарности, о мультикультуральной среде в Азербайджане, рассмотреть проблемы, возникшие в мире на религиозной почве, предложить свои методы решения подобных проблем. Ведь у Азербайджана есть большой опыт в этой сфере. В этом и заключалась основная цель проведения конференции. В завершении конференции заместитель руководителя отдела в управлении мусульман Кавказа Руслан Аскеров зачитал слушателям доклад, в котором говорилось об исламской солидарности, о процессах, происходящих по всему миру на религиозной почве. Также в докладе были использованы статистические данные.